spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinning Line. Сегодня в нашем обзоре представлена серия приманок от компании Renegade. Это линейка Doomer, состоящая из нескольких моделей. Все три воблера имеют схожую геометрию корпуса. Однако есть и значительные различия в таких характеристиках, как размер, вес и даже степень плавучести. Давайте поближе их рассмотрим. Doomer относится к одному из самых популярных классов – Minnow. Тело чуть изогнутое, узкое, прогонистое, со слегка округлыми боками. Наибольший объем мы видим в средней части, а в сторону хвоста идет плавное сужение. Такое строение обеспечивает не только хорошие аэродинамические показатели, но и делает приманку максимально отзывчивой на проводке. Спереди расположена сравнительно небольшая пластиковая лопасть округлой формы. Выше мы видим крепежную петлю с заводным кольцом. Кстати, такие приманки, особенно старшая модель, используются для ловли щуки. А поэтому, чтобы уберечь воблер от среза острыми зубами хищницы, рекомендуем ставить надежный поводок. А теперь о каждом чуть поподробнее. Самая маленькая модификация имеет длину 70 мм и при этом весит 4,9 грамма. Степень плавучести заявлена как нейтральная. Этот Minnow может заныривать от 20 до 80 сантиметров. Модель в размере 90 мм более тяжелая. Ее вес составляет 8 граммов ровно. Также является суспендером. Также идентичен и рабочий горизонт, который находится в пределах от 20 до 80 сантиметров. И самая крупная версия. При длине 125 мм ее масса равна 15 граммов. Английская буква F в названии обозначает floating, то есть плавающая. Такой приманкой можно облавливать глубины от 1 метра до 1,5. В настоящее время палитра этой серии состоит примерно из десятка различных цветов. Здесь представлены одни из самых популярных и уловистых вариантов. Есть кислотники и с раскраской под настоящую рыбку, а также с эффектом голографии, способных максимально отражать свет и создавать множество бликов. Можно выбрать с полупрозрачным корпусом. На каждой упаковке имеется стикер с надписью Owner, говорящий о том, что приманки оснащены тройниками от этого известного во всем мире японского производителя. Обратите внимание, на 70-м и 90-м их по паре, а у 125-го 3 штуки. Крючки имеют хорошую заточку и без проблем просекают и удерживают клюнувшую рыбу. Система дальнего заброса реализована в виде длинного продольного S-образного канала с металлическими шарами. Кроме этого предусмотрены дополнительные грузики, различные по размеру и весу, отвечающие за балансировку приманки. Отметим, что все вместе они создают громкий шумовой эффект. В качестве проводки для Renegade Doomer можно использовать равномерку или Stop & Go. Но все-таки для них наилучшим вариантом станут рывки различной силы, от мягкого твичинга до жесткого джеркинга. В зависимости от выбранного размера, в качестве трофея можно рассчитывать на щуку, окуня, жереха, а также можно ловить ночного судака. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinning Line.